На Лесосибирском деревоперерабатывающем комбинате уже более 5 лет функционирует лесозавод номер 2. Именно здесь работает герой нашего следующего сюжета Динар Мухамедзянов. За свою жизнь Динар Мухамедзянов, имея среднее профессиональное образование, успел поработать на разных должностях, но никогда не покидал сферу деревоперерабатывающей промышленности. Сейчас, окончив Лесосибирский технологический университет по специальности лесоинженерное дело, пришел трудиться на Лесосибирский комбинат. Первый цех, где я начинал, это был цех сушки и пакетирования. В должности оператора пакетоформирующей машины. После было предложение перевестись в лесозавод номер 2. Новый цех в должности начальника смены, от которого я и не отказался. Основной обязанностью нашего героя является обеспечение бесперебойной деятельности всего цеха. Кроме этого, необходимо следить за безопасностью во время выполнения работ. В целом, такая должность подразумевает полный и постоянный контроль всего производства. В данной процессе это постоянное изучение. Линии очень сложные, так как есть программное управление. Каждый узел управляется с помощью программы. Необходимо постоянно изучать, наращивать свои знания, чтобы в дальнейшем решать быстро проблемы. В свободное время наш герой любит играть в волейбол, также интересуется автомобилями и, в общем, техникой. Но своим главным хобби Динар называет охоту и рыбалку. Такие увлечения он унаследовал от отца, который с детства брал его с собой. В свободное время всегда хочется уехать, сходить на охоту, на рыбалку. Занимаюсь этим с детства. Также рыбалкой и здесь, так как здесь у нас Енисей есть. Но в основном в осеннее время беру отпуск, уезжаю на охоту, заниматься любимым делом. В личной жизни у героя нашего сюжета все складывается. Любящая жена Дарья и 8-летняя дочь Алина. Дарья тоже работает на ЛДК-1 в отделе кадров, ведущим специалистом по подбору персонала. Дочка Алина уже начинает перенимать навыки и увлечения отца. А так в Енисей, да, периодически выезжали с женой вместе, с ребенком. Даже получалось у ребенка поймать рыбу. В летнее у нас время самое любимое дело – это дача. То есть мы приобрели 2 года тому назад дачу. В любое свободное время мы выезжаем туда, занимаемся дачей и всем остальным. Свою работу наш герой любит, а потому целью на будущее Динар называет дальнейший карьерный рост на производстве. Михаил Кураев, Максим Коротких, время новостей.